разозлились. Ну ты видишь, дети падают. Здесь есть женщины и дети. Как нехорошо. Ну, приехать сюда и бегать тоже нехорошо. У всех нехорошо свое. У тебя нехорошо медленно, а у нас нехорошо быстро. Три мальчика. Надо скупнуться. Не, ну как приехать, это позелись и не покупаться. А вообще я-то не вижу, Женя, подтяну. По крайней мере, надо, вода была чуть-чуть, пляж не такой каменный. Там он песочек. Ну, здесь, конечно, красиво, как в сказке. Ну что, вода холодная, Надя? Ну, значит, сейчас будем нырять. А? Да. Да, что, нельзя болтать? Ну, если что, вырежем. Где болтаем? Где что? Вот, здесь место для мини-прокладки. Зайка, давай быстрее. Ну, да не есть хорошо. Ну, значит, ты жаришь, нет. Это кто-то из русских был. Нет. Ну, жаришь вообще-то нет. Или украинцев, да? Глянь тут такого, ух, водичка красивая. Ноги мокрые, теперь неудобно ходить в школе. Да, у нас нет. О, а вот и аренда лодок. Сегодня солнышко что-то спряталось, не светит. Хорошо, что ты Элька не одела каблуки. По асфальту каблуки. Каблуки. Я тут красивые места какие. Иди меня спускай. Паша, я тебя сейчас поныряю.